Ну, как видим, рэп и сердечные раны лечит, и острые вопросы поднимает, и стихи под баян напоминает. Так и Жан, в чем для тебя привлекательность рэпа? Это какая-то свобода, свобода в своем волеизъявлении. На начальной стадии очень часто грузят детей, подростков, что чтобы что-то сделать, нужно там учиться, 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 там пройти кучу критических каких-то обзоров, пройти кучу критических комментариев, и только потом ты станешь хорошим исполнителем. И это иногда бывает, выбивает в ребенке, в подростке желание вообще что-то творить. А рэп, он немножечко чуть полегче, как бы, и ребенку легче начать себя выражать, и он такой немножечко протестный, и ему легче противостоять критике. Потому что сам по себе он такой, как бы, ну и чё, что, ну я попробую, бах, и моя проба, она сама по себе уже его вдохновляет, что он попробовал, и уже, когда критика наступает, он немножко как-то проще относится к критике. Все равно я буду рэп читать, все равно я стану известным, все равно мне на все наплевать! Такижан, скажи, пожалуйста, а дома в своей семье ты также разговариваешь? Нет. Вот как сейчас? Нет, сейчас просто немножко другая атмосфера. То есть с самого начала своего спича, да, Такижан начал говорить рэпом уже. Вот что значит настоящая истинная любовь к этому искусству, да? Роман, в России бытует мнение сейчас, что рэп пришел на смену якобы умершему року. Вот, так ли это? Сложно сказать, но мне кажется, что в этом есть доля правды. Потому что те, кто слышал и пел «Мы хотим перемен», группа «Крови» и прочие песни, знаковые для своего времени, 80-е, сейчас, уже давно, 90-е, нулевые, они ничего не имеют. И рэп, он был и тогда, и сейчас он вернулся просто уже больше вот как какой-то социальный протест, как какое-то желание вот этих самых перемен. То есть это, грубо говоря, то, что делали ленинградские, российские, московские, там, не знаю, екатеринбургские рок-группы 80-е. Вот сейчас эту нишу, мне кажется, рэп и заполняет. Ну, как ты думаешь, это относится только к России или в Казахстане тоже произошел такой глобальный переворот в молодежной массовой культуре музыкальной? Ну, мне кажется, не совсем так, потому что страны разные абсолютно, и если там накал социальной, политической какой-то борьбы, он гораздо острее, сильнее, и там рэп уже поет на вот эти вот темы, то здесь этого нет. Здесь в основном все вот о любви, как сказали ребята из опроса, и все так очень мягко, пока еще очень попсово. Я ничего такого сильно острого не слышал, хотя слышал какие-то национал-патриотические вещи, просто патриотические вещи на казахском языке.